Критиковать решение властей не только можно, но и нужно. Сегодня прошло первое заседание экспертного совета при правительстве области. В совет вошли видные научные и общественные деятели, люди с управленческим стажем и багажом жизненного опыта. В будущем на их суд правительство будет выносить законы и постановления с объемом финансирования более 1 миллиона рублей. Эксперты должны будут вынести оценку общественной полезности той или иной меры. Пока совет сформирован лишь наполовину. Тех, кто будет оппонировать правительству в составе экспертов, выберут в процессе работы нынешние представители общественного органа. Мы хотим получить независимый экспертный орган, который бы имел возможность высказать свое отношение по наиболее значимым проблемам развития Ивановской области, независимо от органов исполнительной власти.